एवरीवेयर मिन्ना जबूत एवीर नमस्ते या इज इंडी मोया द्रुग एलेक्जेंडर फ्रॉम रसिया ओके यू कैन से समथिंग. Да, я действительно его друг, Александр из России. Я не знаю, что сказать. Привет, друзья. Добро пожаловать на мой канал. Это главный ход на знаменитый ночной рынок Вагова. Вы можете посещать этот рынок каждую пятницу. Он известен как ночной рынок пятниц. Этот рынок находится очень близко к знаменитому плацу Богатур. На этом рынке я познакомился с русской семьей. Они очень дружелюбны. Русский друг Александр сделал важное послание моим чередам. Поэтому просмотрите видео до конца. И здесь вы можете увидеть много людей из другой страны. Привет, ребята! Гоа всегда открыта для тех, кто действительно хочет сюда приехать. Приезжайте. Это, конечно, сейчас не так легко. Разберитесь с этими бизнес-визами, неважно, вы, если захотите, обязательно приедете. Здесь все круто, здесь достаточно стало уютнее. Свое комьюнити полностью открытое к вам, к новоприбывшим. Вы знаете, что у вас всегда было круто и будет круто, поэтому приезжайте и хватит ныть, что что-то у вас не получается. Да, сейчас жарковато, но приезжайте вообще в Индию. Гоа, сейчас быстренько сольются люди, но поедут в горы. И в горах мы вас будем ждать. Я нахожусь в Индии с прошлого февраля, то есть еще до локдауна я приехал. И я провел прекрасное время здесь, локдаун. Идешь на пляж, гуляешь, все в принципе свободно. По поводу короны даже не парьтесь. Корона есть только у нас ее нет, все в порядке, мы не болеем, мы вот здесь очень здоровые, иммунитета хватает, чтобы не кашлять, так что насчет этого вообще не парьтесь. Это прекрасное искусство, созданное Александром и их семьей. Они живут в Индии с 2020 марта. Пока-пока. И спасибо за просмотр. Пока-пока.